Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Доброй ночи, дорогие друзья. Кутаемся в шарфы, шапки. Если вы, конечно, не на побережье в теплых странах и меняем коктейли на горячий чай или кофе, по вашему предпочтению, конечно. Осенний сезон мы решительно открываем микшером русской кибернетики, нашим диджейским спецпроектом. И это 104-й выпуск. Объединенная редакция в очередной раз собралась, чтобы подготовить для вас достойные внимания образцы музыки, пропущенные через руки и уши наших отечественных музыкантов и продюсеров. И все, разумеется, для вашего приятного вечера. И в эфире я, Александр Киреев, из нашего московского офиса. Я, Евгений Свалов, формал из нашего екатеринбургского офиса. С нашим сегодняшним гостем Артемом Рудаковым, также известным как Шпест, нам удалось выйти на диалог не сразу. Сказывалась и занятость редакции, и востребованность Артема. Но, послушав буквально первый микс, мы приняли решение запланировать дату, потому что сразу появилось едва уловимое ощущение: да, это тот самый кибернетический артист. В конце прошлого часа я немного поговорил с Артемом на музыкальные и околомузыкальные темы. Мы затронули, в частности, клубную культуру Пензы, о будущем и даже поговорили немножко о Брюс Ли. Получилось забавно, послушайте обязательно. Для этого мы ведем записи на наших страницах в Фейсбуке и ВК, а также на странице Russian Cyber на SoundCloud. Теперь же на ближайший час полностью сосредоточимся только на музыкальной компиляции Артема Рудакова, он же Шпест. И мы включаем микшер. Respect to
all the DJs that play real house music. Dimitri in Paris. Loic, Radio Nova in Paris. Mandrax in Switzerland. Little Louis Vega. Kenny Dope Gonzalez. Frankie Knuckles. Todd Terry. Roger Sanchez and all the DJs who keep New York's underground house sound alive. The deep house sound. New York, Chicago, Detroit, Paris. The deep house sound. Deep. The soul.
We'll be right back.
sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Is that all right? That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Is that all right? That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Is that all right? That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Is that all right? That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Is that all right? That sounds pretty good. Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Mr. Gin, you would say that sounds pretty good. Thank you.
Друзья, мы завершаем прослушивание этого микса в рамках диджей-спецпроекта «Микшер русской кибернетики». Сегодня в гостях у нас был пензенский музыкальный продюсер и диджей Артем Рудаков, он же Шпист. Мы успели поговорить с ним в рубрике «Премикшер» в рамках первого часа, а во втором полностью окунулись в гостевую работу. Следите за новыми выпусками на formal.info, в подкасте iTunes и на странице Russian Cyber на SoundCloud. Присоединяйтесь к сообществам в ВК и Фейсбуке, используйте хэштеги «Руссайбер» или «Русская кибернетика», чтобы связаться с нами в любой момент. Этот эпизод «Микшера» подготовила и провела объединенная редакция «Русской кибернетики». Это я, Евгений Свалов, формал из екатеринбургской студии. И я, Александр Киреев, из нашего московского офиса. Всего доброго. Доброй вам ночи. До встречи ровно через неделю. И пусть все получается. «Микшер русской кибернетики».